Готовность дорожных служб к зиме власти оценили как стопроцентную. По мнению Олега Кондрашова, город справился с последствиями снегопада и готов снова встретить непогоду во всеоружии. Мы в прошлом году приобрели 124 единицы специальные, это очень важно подчеркнуть, специальные. То есть это та техника, которая используется исключительно для качественной уборки города от снега. И это более 300 миллионов. Прошедший в пятницу снегопад показал, что службы оказались готовы. Правда, с последним замечанием согласятся не все. О пятничном снегопаде дорожные службы были предупреждены заранее. По словам директора департамента дорожного хозяйства, еще до начала снегопада мосты и дороги были обработаны противогололедным реагентом, песком и солью. Но аварий и километровых пробок избежать не удалось. У шиномонтажа и служб эвакуации существенно прибавилось работы. Пятница и суббота была, наледнения были, и я не могу сказать, что их эффективно обработали. И пробки были, и аварии были в достаточном количестве. Я не видел там массового разброса снега или соли. Во дворах я видел, как там, где получше работают домоуправляющие компании, или же там ходили соль где-то на склонах, подсыпали, подтаивало, да, а где-то лед как был, так и есть. А вот в департаменте дорожного хозяйства уверены, с дорогами все в полном порядке. Дорожные предприятия уже переведены на зимний режим работы. Подготовлены без малого 58 тысяч тонн песко-соляной смеси и 300 тонн шлака. И персонал, и техника в наличии. На утро понедельник увидели, город вычищен. Но есть там небольшие недочеты по пешеходным дорожкам, при бордюрной полосе, но это доработаем. О том, что зима придет чуть раньше срока, знали не только дорожные службы, но и автовладельцы. Увы, переобуть машину успели не все. Обстановку на дорогах подобная небрежность, понятное дело, не улучшила. Тут ни реагенты не помогут, ни песко-соляная смесь. Опытные водители отмечают, зима неожиданно не приходит. К наледи на дорогах можно успеть подготовиться. Тем не менее, первый снегопад всегда чреват авариями и пробками, что и случилось в минувшую пятницу. Никаких таких резких движений со стороны дорожников было не видно. Я уехал, хотя и профессионал, но уехал домой в обед, потому что думаю, чтобы меня никто не сломал мою машину. Во-первых, и тротуары не чистят, и дороги что-то как-то не очень чистят. Давно уже приобулся. У меня резина не шипованная зимняя. Поэтому я заранее. У нас просто все считают, что она наступает внезапно. Но у нас дело после лета идет к зиме, поэтому кто был готов и кто об этом знает. Хорошо говорить, когда тебя переобули заранее, да? Ну так я знала, что зима идет. Если нет необходимости ездить, лучше этот период переждать. Это мудро. Самый мудрый совет. Дешевле ездить на такси, чем кто-нибудь тебя расколупает. Остается надеяться, что в ритм войдут и департамент дорожного хозяйства, и домоуправляющие компании. Потому что если зимняя резина спасет вас от наледи на дороге, то что спасет пешехода от обледеневшего скользкого тротуара? Александра Рьянова, Сергей Коваль, Горький ТВ.